зачем вообще ведем с ним переговоры. Я дипломат. Я знаю, в отличие, я не знаю, может, от членов Совета Федерации, что мирный договор с Японией давно подписан. Подписан 8 сентября 1951 года в городе Сан-Франциско. Советская делегация участвовала в работе над этим договором полностью, но не подписала из-за солидарности с Китайской Народной Республикой, которую тогда американцы не признавали и в Сан-Франциско не позвали. Они признавали как Китай, Тайвань тогда. А Китай, как мы с вами знаем, это страна, наиболее пострадавшая от японской агрессии, где были убиты десятки миллионов человек японцев. Только из-за этого. Какой еще мирный договор-то нужен? Если вдруг приспичило Российской Федерации по непонятным мне причинам, там, так мы можем присоединиться к Сан-Францискому договору, отправив соответствующую ноту вот сегодня, там, через 15 минут. Америка – страна-депозитария, то есть она принимает ноты на присоединение к этому договору или на выход из него, что возможно. И, наконец, о чем вы говорите, если в статье 2 этого договора четко написано, Япония раз и навсегда отказывается от всех прав на Курильские острова. Вы что, хотите пересмотреть эти итоги Второй мировой войны, заключая с японцами еще какой-то договор? В чем дело вообще? Кстати, Советский Союз, он мог его не подписывать еще почему? А потому что он, собственно, никаких обязательств для нас не нес. Ну, то есть мы ничего по этому договору делать не должны были. Должна была делать Япония. Япония признает Сан-Францисский мирный договор, я должен подчеркнуть. Когда его спрашивают, ну вы же отказались от Курил. Они говорят, значит, а четыре вот этих южных курильских острова, это вообще не Курил, это особая географическая гряда. Ну мы что, это бред должны обсуждать, что ли? Завтра они скажут, что Сахалин вообще это не Сахалин, а продолжение Хоккайдо. Мы что, с ними разговаривать должны на эту тему, что ли? Далее. Декларация 56-го года. Я вообще-то тоже не понимаю, чего вы тут обсуждаете, записки какие-то и прочее. Декларация 1956 года от 19 октября официально отменена Верховным Советом СССР 27 января 60-го года. Вы вообще о чем обсуждаете? Я как дипломат не могу понять, как мы ведем переговоры на основе документа юридически ничтожного, отмененного нами же самими. Вы мне можете это объяснить? Я хочу сказать, что парламент не ведет переговоры с Японией. Нет, но вы сейчас говорите позицию, вы ее вроде как поддержите, что мы должны вести переговоры о заключении мирного договора, который есть, на основании декларации 56-го года, которую наш парламент отменил. Вроде чепуха какая-то вообще. И мы тут еще рассуждаем, база, не база, записки, не записки. Да нет этой декларации, отсутствует она полностью. И, наконец, я как дипломат не могу понять, вот коллега правильно сказал, любой мирный договор, он о чем? Прекращение состояния войны, да? Оно прекращено, декларация 56-го года. Дальше, обмен посольствами тоже есть. Нормализация отношений экономических таких тоже есть с 56-го года. И, наконец, в обычном мирном договоре есть территориальные финансовые вопросы, да? Ну, репарации, предположим, какие-то, или типа, все, больше там ничего нет. Вы действительно, коллега, прав. Какой мирный договор? Но если есть потребность в урегулировании каких-то аспектов отношений с Японией, хотя не вижу этого, честно говоря, ну действительно, да, договор о добрососедстве можно заключить. Хотя он тоже, на мой взгляд, пустой. Ну, если надо, давайте заключим. И что я хочу сказать? Вот здесь присутствуют японские корреспонденты, вне зависимости от мнения Совета Федерации, Госдумы, или кто вам там что пообещает в каких-то кабинетах. Я хочу подчеркнуть, что с учетом вот реакции российского общественного мнения на последние события, никто никогда ни Дыла, ни Четыре, ни одного острова вам не передаст. Вы на это даже не надеетесь. Чем скорее вы это поймете и признаете итоги Второй мировой войны, тем лучше мы с вами будем продвигаться. А инвестиции, извините, мы своей территории не торгуем, но обойдемся без ваших инвестиций, значит так, да? И плюс... Есть попытки со стороны Японии вбить клин сейчас в отношения между Россией и Китаем на этом проблеме, что он с Китаем там решен вопрос, вот с Японией не решен. Вы знаете, я вам что могу сказать? Китай – суверенная страна, поддерживающая с Россией хорошие отношения. У нас близкие позиции по большинству вопросов. У нас проходит совместное военное учение. У нас серьезная торговля. Япония – оккупированная страна. И постоянные апелляции к Соединенным Штатам Америки, помогите нам разобраться с Россией, там еще что-то делать, они вашу страну не красят. И пока Япония не будет самостоятельно во внешнеполитической сфере, разговоры какие-то о серьезном сотрудничестве, тем более о чем-то антикитайском, невозможно. И, наконец, мне стыдно, честно говоря, как российскому гражданину, что к нам приезжает премьер-министр Абе, который ставил под вопрос публично итоги Второй мировой войны, заявляя, что марионеточное фашистское государство Манчжоу-го, член антикоминтерновского пакта, это самостоятельная страна, заявляя о том, что вела ли Япония агрессивную войну в 1931-1945, это большой вопрос для него.
И, наконец, это вот тот человек, который ходит регулярно на могилу японских военных преступников, казненных по приговору Токийского международного трибунала в 1948 году, где мы тоже участвовали, как судьи и прокуроры. Но вы можете себе представить канцлера ФРГ, который ходит на могилу Геринга, предположим, казненного по приговору Нюрнбергского трибунала. Абе отрицает нанкинскую резню. Китайские коллеги, которые здесь присутствуют, они знают, что там творилось вообще. Там убито до 500 000 человек. И именно за это, значит, союзники и казнили вот этих преступников. Нет, Абе говорит, да всего 100 тысяч. Всего. Ну да, были какие-то эксцессы. Абе крайне националист, реваншист. Кстати, заявления, которые вызывали протесты МИДа Китайской Народной Республики, Южной Кореи, Соединенных Штатов. Мне вообще непонятно, как рвать отношения. Ну почему рвать? А почему мы не протестуем против этого? Если японский парламент в 2009 году принимает закон о том, что часть российской территории – это Япония, почему мы молчим на это? Ну вы представьте себе, Конгресс Соединенных Штатов Америки будет молчать, но если Конгресс Мексики принят решение о том, что Техас – часть территории Мексики, да вы что, там посла выгонят сразу. А мы, да ну не надо, ну зачем? И на мой взгляд, вот я говорю, чем бы переговоры не закончились, еще раз, никакой передачи, ни пяди территории российский народ не допустит, кто бы в каких кабинетах вам что ни говорил.